Время придет, рассеется дым, смолкнет военный гром. Шапку снимая, при встрече с ним скажет народ о нем. Это железный русский солдат, он защищал Сталинград. Это стихотворение воспитанник детского дома номер 2 Евгений нашел сегодня утром. Он заранее подготовился к лекции профессора ЮРГУ «Сталинградская битва. История и память». В ходе лекции дети узнали, с каким трудом давалась победа в переломной Сталинградской битве. Я узнал много нового, кто был главнокомандующим этой битвы, кто участвовал в этой битве, какие действия происходили, я узнал, на сколько этапов делится эта битва. В детском доме номер 2 патриотическое воспитание играет большую роль. Этот стенд показывает, что сейчас проходит тематический цикл мероприятий «Вечно живые». В него входят лекции о подвигах защитников Отечества, театральные постановки и встречи с участниками боевых действий. Дети обязательно должны знать историю своей родины, тем более такие важные моменты, переломные моменты в истории, которые воспитывают в детях мужество. В библиотеке детского дома подготовили специальную выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Здесь ребята могут не только найти книги о подвигах солдат, но и увидеть фотографии военных лет. Вот эта вот книга «100 вопросов, 100 ответов» – это вот будущему воину. Вот эта книга нужна, она как раз для будущих защитников Отечества. Однако не менее познавательно и услышать историю легендарной победы. Лекция доктора исторических наук Евгения Волкова вызвала живой интерес у воспитанников детского дома.